Вот еду из Канева в Трахтемиров. Не знаю, что меня туда влечет. Но, может быть, само поэтическое название Трахтемиров. Разве не прелесть? После вчерашних испытаний погода кажется раем даже. Я потихоньку подсыхаю, хотя башмаки еще мокрые от вчерашнего ливня. Вот какие здесь места. Как живописно. Еще бы найти плодовых деревьев, нарвать груш, вишен. Закапал дождик крупными каплями. Дождик пошел. На горизонте непонятно что. Такое впечатление, я вижу радугу. На это лучи, пробивающиеся сквозь тучи солнца. Вот это, пожалуй, самый красивый ландшафт, который я видел до сих пор. Мы уже проделали полдороги на Трахтемиров. Как хорошо пахнет полынью, горький запах. Чудесно, чудесно. Живописно, необыкновенно. Не насмотреться на эту красоту. Вот так мы живем. А пока идет дождь, время не теряем. Едим сальцо с чесночком. Пьем чаек. Так и дожал до Трахтемирова под ливнем многочасовым. Поднялся с низины. Тут на педалях наехать невозможно, только велосипед наверх. И вдруг вижу вот такое чудо. Сейчас еще пару сот метров сниму панораму Днепра. Не знаю, хватит ли заряда батареи. Вот такая красота. Не знаю, лучше ли это видовая точка. Но так это все чудесно. Пожалуй, это самое прекрасное, что есть в нашей жизни. Последняя улыбка солнышка перед закатом. Да, Куин же было чем вдохновляться. Волшебный Днепр. Волшебный. Ну, а нам пора искать место для бивака. Чем мы будем искать? Мы здесь и станем. Все, до Трахтемирова здесь трошки. Завтра днем посмотрим. На сегодня все.